Дорогие друзья, приветствую вас из своей дачной самоизоляции. Кто бы мог подумать, что мы все окажемся в такой ситуации специфической, которая, в частности, сказалась и на судьбе бунта весны, The Riot of Spring. Пять исполнений, которые были отменены в Германии и в Австралии из-за карантина. И сложно себе представить, когда теперь будет возможен тот тесный контакт, прямой контакт музыкантов и публики, который предполагает это сочинение. В принципе, это сочинение изначально задумывалось как некий омаж Стравинскому. Написано оно было в 2013 году, в год столетия «Весны священной». Я тогда задумался о том, что могло бы сегодня послужить материалом для пересмотра представления о том, что есть фольклор. В данном случае в качестве фольклора я представил клубную рейв-культуру, техно. Но со временем, конечно, смысл сочинения начинает диктовать само сочинение. Поэтому я предпочитаю все меньше и меньше говорить о том, что пишу. Потому что сочинение знает, как оказывается, о себе гораздо больше, чем я мог себе предположить изначально в процессе написания. Я очень благодарен Теодору Курензису, который подхватил идею этого сочинения в свое время и дал ему возможность реализоваться на таком крупном фестивале Ruhr Triennale. И я, безусловно, благодарен самоотверженным музыкантам «Музыка Этерна», которые в каком-то смысле приняли участие в сочинении, в формулировке тех задач, которые были поставлены в сочинении. Желаю вам приятного и интересного времени провождения. Всем удачи и здоровья!